Уважаемый доктор Джонс, обращаюсь к вам от имени клиента, выразившего желание развивать спортивную ловлю лосося в Йемене. Говорю вам как специалист, это сущий вздор. Лосось не сможет выжить в таких природных условиях. Спасибо, что зря потратили мое время, мисс Четвот Тальбот. Я сам найду выход. До свидания. Максвелл, говори, если по делу. Теракт на Ближнем Востоке. Что? Мне казалось, что мы всех достали войной в Афганистане, но, видать, и я могу ошибаться. Нужна новость Ближнего Востока. Настоящая бомба. Приступайте. Девчачья поп-группа гастролирует по Ближнему Востоку? Ну а что? Нет, не пойдет. Проект популяризации ловли лосося в Йемене. О, просто праздник какой-то. Отныне этот проект первостепенной важности. Это что, дурацкая шутка? Это рыба моей мечты. Порой нам требуется поддержка. Вы считаете, что я спятил? Если получится, мы совершим чудо для моего народа. Я предпочитаю факты и цифры. Нужно верить, доктор Альфред. Порой нас терзают сомнения. Когда в жизни случаются трудности, я беседую с рыбами. Не представляю, какие в вашей жизни могут быть трудности. Я уже много лет топчусь на одном месте. У меня в генах заложено всегда возвращаться к унылой жизни обывателя. Так радоваться нужно. Порой нам хочется плыть против течения. Кажется, все идет как по маслу. И это удивительно. Я не проект имела в виду. Но я, кажется, тоже. От режиссера фильмов «Шоколад» и «Правила дома Сидра» Лассе Халльстрена. Мне все больше верится в то, что наша безумная затея сработает. Главное верить, доктор Альфред. Да уж, главное верить. Юэн Макгрегор, Эмили Блант. Кристин Скотт Томас. Рыба моей мечты. Новая модель. Как ты ее назвал? Красотка Четвот Тальбот. Даже не смешно. Конечно, у меня же нет чувства юмора. Это точно.